Мамуль, привет. А ты почему так поздно звонишь? У вас все в порядке? А когда же мне тебе звонить, дочь моя? Ты же ночуешь практически на работе своей. У нас все хорошо, у тебя как? У меня все отлично. У вас точно все хорошо? Да говорю же, нет. Тут в новостях рассказали, что вы репортера этого пакостного арестовали. А что, правда, девушку убил? Мам, ну ты же понимаешь, я не могу с тобой такие вещи обсуждать. И не строй себе, мадам. Наивность тебе не идет. Ладно, не буду. Ты к нам заехать собираешься? Ну, конечно. А, может быть, на неделе. А, нет, я могу завтра в обед. М? Отлично, я точно буду дома. Буду ждать. Хорошо. Сейчас. Мамуль, мне шеф звонит. Я перезвоню, пока. Алло. Привет, принцесса. Соскучилась? Я, да. А я нет. А это твой настоящий голос? Нравится. А ты, я смотрю, осмелел. Перестал скрывать свой голос, глядишь, еще на свидание скоро позовешь меня. Мне нравится твоя дерзость, Инь. А свидание у нас уже очень скоро. Да я готова. Что на этот раз тебе нужно? Хочу узнать, что ты решила с Радушным. А что я с ним решил? Одно я знаю точно, это ты его подставил. Я дал тебе реальный шанс избавиться от этой твари раз и навсегда. Тебе даже делать ничего не надо, Энни. Просто не мешай этому дураку тонуть. Он не убийца. Брось свои принципы, Энни. Никто не имеет права тебе докучать. Ну, конечно, никто кроме тебя, да? Ты это хотел сказать? Только ты имеешь право влезать в мою жизнь. Да. Правильно. А теперь решай. Сладких снов. Вы считаете, что этот самый Ян подставил Радушного в отместку за наезды на Ингу? Не слишком ли сложная многоходовочка? Вот именно. Если этому ее маньячине так приспичило этого лося наказать, то можно было просто шлепнуть его нарядно, потом позвонить ей похвастаться. А так, такие огороды городить, ну, не знаю. А если бы вы эти знаки его не прочитали? Ну и закрыли бы мопсю за убийство? Это было бы слишком просто для Яна. Просто убить. Ян умен, он... Наблюдает за всем со стороны, так он острее чувствует свою власть. Он манипулятор, и я уверена, что субъект обучался базовому анализу и грамотно оценивал возможности каждого из нас здесь в команде. Он оставил нам столько крючков, за которые мы должны были зацепиться. Вас послушать, так вы просто этим психом восхищаетесь. Так, ладно, догадки, это все хорошо. Но у нас Радушный без алиби и с трупом в квартире. Когда он поймет, что его подставили... Он про своего источника этого сам все выложит. Серега, пока поищи, чем он занимался вчера после 23. Подождите. Я сейчас не понял. Майор, то есть ты сейчас отдаешь мне приказ, чтобы я искал алиби Радушному на момент убийства шлюхи? Да. Охренеть, у нас приказы. Вот че, а... Алиби убийцам я еще не искал. Слышь, майор, я пока в компе и телефонах Радушного этого пошуршу. Ну, если этот псих ему инфу про Ингу сливал, то, может, какие концы его нарою, а? Давай, Паш. Да? Да. Если что, сразу звони. Окей. Чего не имется в ночь глухую? Да это не мне не имется. Тут, слышь, майор, такое дело. Инга минут 20 назад звонила. Так, что у нее? Да звонил ей этот психопат ее карманный. После звонка просила отследить. Ага, отследил? Да там кодировка сигнала, будь здоров.
Я такое всего пару раз в жизни видел. Ну, слушай, ты у нас гений или так? Погулять вышел. Слушай, да не гони волну, гермайор. Если бы сразу, в момент звонка, то еще можно было бы попробовать. А так... Извини. Я завтра с телефоном Инги подшаманю немножечко, окей? Хорошо. Завтра посмотрим. А, стой, майор. Я все-таки залез в ноут Радушного. Ну, есть там что-нибудь? Конечно, есть. Значит, походу он получил вирус с отсроченным действием. Видно, в каком-то из мейлов последних пришло. Жесткий диск вытерт начисто. Вот, неприятно сознавать. Но этот ваш Ян просто омерзительно крут. Ну хорошо, до завтра. Давай. Что ж ты, старушка? Пельмени не дешевое удовольствие. Привет. Доброе утро. Ты как, Инга Евгеньевна? Да как? Хронический недосып. Но это уже просто как привычка. Ну, а решила, что будем этого мопсю вытаскивать? Михаил Степанович, что за вопрос? От кого, от кого? От вас я такого никак не ожидала. Ну, по всему, мопсе этот у тебя крови ведро выпил. Ну, девушку, положим, он не убивал. Но зато натворил чего поклеще. Может, оставим все, как идет? С уликами, что твой псих наворотил. Хороший прокурор ему нормальный срок впаяет. То есть не мешать ему тонуть, да? Что? Ян мне посоветовал то же самое. Вчера ночью позвонил и сказал, чтобы я не мешала Радушному спокойно сесть за убийство. Но я считаю, что так нельзя, потому что если мы оставим это все вот как есть, это будет означать, что Ян выиграл, понимаете? А меня пустят. Если про вас расскажут, вас ждет точно такая же участь. Я вообще считаю, что я не должна была ввязывать вас во всю свою эту историю. Это моя личная проблема, я сама должна в ней разбираться. Ну ты фигню-то не пари, Инга Евгеньевна. Когда с моей дочерью беда случилась, что-то не заметил, чтобы меня бросили. Ты член команды, если еще не поняла. А своих мы не бросаем. Посадим мы этого урода. А для начала мы мопсю по делу расколем. Так что давай, пошли, работа ждет. А что случилось? Да я вот все думал, как этого хакера маньячного подловить. Ну вот намутил фичу одну. Короче, долго объяснять. Пусть Инга приходит с телефоном, ко мне все объясню ей. Хорошо, мне, надеюсь, тоже все объяснишь? Да объясню, куда я денусь. Только вначале ей на трубу все установлю. Да нет, я тебе говорю. Увидимся. Увидимся. Инструктаж проведу. Под крепкий кофеек. Какой ты мне молодец, а? Давай. Пойдем крепкий кофеек треснешь. Пойдем? Пойдем. Утро доброе. Доброе утро. Товарищ капитан, вы что теперь делать? Я не понимаю, что писать в отчете по делу Радушного. Подозрение на подставу со стороны преследователя Инги Штефан? Это же бред какой-то. Ты с дуба рухнул, старлей. А Бинге молчок. И сталкер ее тоже. Работаем по-тихому. Роем, где там мопся после КБК отирался. А вы верите, что с убийством у Радушного это все Ян этот замутил? Я, конечно, не сомневаюсь, что он Ингу преследует, но убить левую девчонку, чтобы подставить какого-то урода за наезды на Ингу. А ты сядь, старлей, на досуге и посчитай, сколько этот Ян народу угробил за то время, пока Ингу преследует. Это только те, о ком он ей похвалился.
Я вообще не понимаю, как она с этим всем 2 года живет. Вот, только не надо ее жалеть, ладно? Если было все так погано, так она бы уже все рассказала. И не нам, а своим друганам из ФБР. Ты не гони, Серега. Встал не с той ноги, как я погляжу. Может, она это все еще придумала, скажешь? Так не скажу. Ну вот странно все, да, получается? Ну что, Инга при всех этих ее вот этих завязках до сих пор не нарыла, кто бы это мог быть. Ну и потом, странный маньяк какой-то. Нормальный бы маньяк ее бы уже грохнул. И все дела. А в том-то и дело, что, насколько я понимаю, он не хочет ее убить. Он хочет контролировать ее жизнь. Короче, я вам вот что скажу. Мне на Ингиного этого маньяка инкогнито, мне на него с высокой колокольни. А вот на дело радушного нет. Я вот сейчас пойду и с Мопсей поговорю своими методами. Глядишь, и рассосет это дело. С подставой. Ян сказал отойти в сторону и получать удовольствие, глядя, как радушный зря трепыхается. Ну что, ему было весело, он развлекался. Вот урод, а. Что еще сказал? Сказал, что только он имеет право вмешиваться в мою жизнь. И что дальше нас ждет свидание. Даже так? Да, его психопатология прогрессирует. Он стал наглее, перестал скрывать свой голос, поэтому логично, что следующий этап – это встреча. А ты уверена, что не узнала его по голосу? Да, конечно. Нет, но если бы он говорил шепотом, я бы, наверное, бы сомневалась, но… Он говорил нормально. Ну, не переживай. Поймаем. Да я знаю. Я как-то, ты знаешь, не хочу прекращать жизнь из-за него. Молодец. Это правильно. Так, сейчас мы с тобой к Паше зайдем. Он там какую-то ерунду придумал для твоего телефона. Да, Свет. Сейчас зайду. Я возьму. Давай, пошли. Так, значит, смотрите, вот это вот приблуда, ну, я так программку свою назвал, как работает? Вот вам идет вызов с какого-то неизвестного или скрытого номера. Мой сервер автоматически подключается к вашему телефонному разговору, как только вы снимете трубку. Пока все понятно? Да. Дальше. Мой сервер будет записывать все ваши телефонные разговоры, а я, соответственно, пытаться их отследить. Вот честное спайдерское, подслушивать я не буду. Только если сами попросите. Буду только логи смотреть. Ну, про логи я даже не спрашиваю. А это файл регистрации, там все просто. Различают регистрацию внешних событий и протоколирование работы самой системы. E2, E4, диск. Все равно не пойму. А почему нужно именно на все звонки прикреплять эту приблуду? Ну, скажем так, лучше перебдеть, чем недобдеть. Mm-hmm. Сталкер ваш оказался технически продвинутым чуваком. Я в этом ночью ярко впечатлился. Может так зашифровать, что к вам придет вызов от какого-то своего из контактов. А на самом деле этот мудак звонит. Так что давайте лучше подстрахуемся на всякий случай. Я поняла. Хорошо, спасибо большое. Не за что, Инга. И все-таки я не успокоюсь. А почему такое название «Приблуда»? Так, а что, по-моему, нарядно. Название красивое. Ладно. Спасибо еще раз. Как и вы, красивая. Старинный приятель позвонил. Адвокат радушного копытом в землю бьет. По поводу изменения меры пресечения. Что у нас есть на этого радушного? Реально. Ну, ты понял, майор. От этого сильно зависит их решение. Ну, что у тебя, докладывай. Дело радушного плотно связано с делом о преследовании Инги Евгеньевны. Да, этого радушного в КПЗ надо помариновать, покладистей будет. Но судейскими наше мнение изложу, конечно. Раскладу радушного не ахти. Так что
Отказ от домашнего ареста ни для кого не будет сюрпризом. Я думаю, его адвокат это прекрасно понимает. Ну, то Роман Петрович, он юрист опытный. Ну, все, свободен. Да, майор, как там насчет Инги? От меня она прячется, домой не заходит давно, к родителям. Все держится? Держится. И работает отлично. Дай бог. Иди. Радуш, на выход. Вперед, Паш. Смотрю, уже усвоился. Молодец, привыкай. Нечего мне привыкать. Меня уже завтра выпустят. Ага, все так говорят. Топай, топай. О, то, что мне нужно. Приветствую. Капитан! Ты как? Не понял вопроса. А, ты про здоровье? Ну, что с утра был не очень хороший стул. Башка немножко болит, вот. А ты боишься, я не смогу допрос провести? Ты бы обратился к врачу. Ты какой-то заведенный в последнее время, и видно, что не спал. А ты майору на меня стукани. В нашей новой отделовской манере. Капитан, ну вы бы хотя бы кобру застегнули. А то идете проводить допрос подозреваемого в убийстве. Ну так что, мопся, дальше будешь героически отпираться или тебя на откровение только отца Дамаза пробивает? Ну так мы можем это обеспечить. Главное, мужиков в камере предупредить. Не надо в камеру. И вообще, я на вас в суд подам за оскорбление. Не нужно меня так называть. Как? Мопся? Извини. Я думал, тебе приятно. Ну, приятные воспоминания навевает. А в суд подай обязательно. Когда тебя будут за убийство подружки твоей судить, вот тогда и подай. Чтоб два раза не вставать. Я ее не убивал. Меня не было дома. Лады. А где ж ты тогда был? А? Вот странный ты человек, моп... Извини, Артурчик. Говоришь, я не убивал, дома меня не было. Я готов тебе поверить, только скажи мне, где ты реально тогда был? И алиби следствию предоставь. Или чистосердечное опиши. Если ты, конечно, пожизненно не нарываешься. Все по плану. Наш герой-любовник думает, что ему меру пресечения изменит. А ее не изменит? Не. Только что у генерала был. Сетует на то, что про семью забыла. Да, я хотела попросить у тебя отлучиться на час-полтора. Обещала к маме на обед заехать. Можно? Да хоть на два. Спасибо. Так. Где эта прилога наша? Мамуль, привет. Вот это у тебя чувство времени. Ты представляешь, я стою возле машины и собираюсь к вам ехать. Серьезно? Да. Ну почему же, поверю, если ты, конечно, сейчас приедешь. Выезжаю, грей супчик. Давай, до встречи. Так, наша приблуда. Да. Алло, Инга. Ну что, все хорошо, все работает. Вам только что звонила ваша... Инга, а меня-то зачем проверять? Ну как, вы же сказали все номера телефонов проверять. Вот я и... Ну вы же без фанатизма. Мой-то номер все равно никто не учит. Все-таки я ей нравлюсь. Да сиди, 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 сиди. Где Степанович? Сказал, харедури мается, пора заняться следственными оперативными мероприятиями. Ну, правильно сказал, старая школа. А куда пошел, не сказал? Угу. Хорошо, надо тоже делом заняться. Надо отследить маршрут Радушного, куда он ездил на самом деле после кабака. Я еще вчера глянул тачку. Вроде крутая, а никаких примочек нет. Ну, вроде видеорегистратора или навигатора. Или уже нет? Это уже, говорят, в нашу пользу. Значит, у него рыло в пуху.
Значит, есть что скрывать. Ну, давай, раскручивай его. Я хотел смоделировать самый оптимальный маршрут от кабака до дома, с учетом, где его машину нашли. Ну и пробежаться по сфоткам происшествия в этом районе. Хорошо, работай. О, Серег. Ау. Ну что там? Ну что там? Там сейчас душевная драма, терзание. Так я вышел сюда. Не расплакаться, потому как темно в глазах и слезы мешают говорить. К мопсе адвокат приехал с дурной вестью. Неужели суд отказался изменить меру пресечения? А, так ты знал. Зато наш соловей сейчас запоет. Пойдем вместе послушаем. Привет, принцесса. Да куда ты едешь, ты, козел? Я так понимаю, ты за рулем? Да, ты правильно все понимаешь. Хотя для тебя я могу тут подобрать эпитет и поразве вести. Ну, не надо грубить, принцесса. Тебе не к лицу. Я рад, что ты сделала правильный выбор. Ты о том, что радушного оставили под стражей? Так это ничего не значит. Просто следствие так удобнее. Он не сядет за убийство, которое не совершал. Это я тебе точно обещаю. Мы еще вернемся к этой теме, Инни. Это не конец игры. Слышь, Юрич, мы чего имеем? Мужика бухого в тачке, который не колется, где был, так? Миш, самая неожиданная новость за последние два дня. Да ты послушай. Мы же тачку не осмотрели, типа зачем? Он же труп не вывозил. А я на штрафплощадку сгонял. И Лексус его хорошенько облазил. Так вот, у него крыло помято. И бампер поцарапан. Следы свежие. А мы все думали, чего он такого мог вытворить, что молчит, как рыба об лед. Так ДТП – это самое простое решение. Может, он какую-то там бабку задавил или кого-то в кювет отправил. Хорошая работа, отличная версия, Миш. То есть, если ДТП, то, скорее всего, серьезное, со смертельным исходом, плюс куча отягчающих. Скрылся с места происшествия, бухой за рулем, есть что скрывать. А в убийстве он пока только подозреваемый. Пойду с гайцами перетру, пускай там себе пошуршат. Угу. И с лейтенантом перетри, он там как раз сводки происшествия смотрит. Ну и, возможно, маршрут одушного составляет. Добро. Добро. Что заведенная такая? Да все в порядке, никак не привыкну к нашим дорогам. Слушай, тут люди вообще на права сдают или им всем на день рождения их дарят? Дарят. Идем скорее, останемся. Да, пойдем. Вечера выходных по этим маршрутам всегда горячие. Там куча кабаков по дороге. Долго втыкать будете. Спасибо. Нашел. А? Нашел, кажется. Смотрите, Михаил Степанович. Еще около 24 в 5 кварталах от бара Клео машина сбила женщину с коляской. Водитель скрылся с места происшествия. Есть свидетель, номер помню частично. Но по описанию времени наш клиент. Отлично. Алло, товарищ майор. Ну, есть свидетель. Ну, отлично. Тогда пришлешь мне на смс и на почту всю информацию по ДТП. Давай. Серег, слушай, что там, радушный все с адвокатом трет? Может, сгоняешь, там пацаны ДТП подходящие нарыли? Я не жрал сегодня весь день. Может, я пойду пока пообедаю? А там Степаныч или Таран пусть ездят. Хорошо, доверю, что я. Серег, нормально все? Все в порядке?
Вы что, сговорились все сегодня или что? Я просто спросил. Работать могу. А вот, скажем, сплясать? Нет. Да. Мы с мужем погулять малую вывезли. У Альки зубки режутся. Не спит почти. И нам не дает. А на свежем воздухе она хоть ненадолго засыпает. И я впереди с коляской шла. Уже почти до середины дороги дошла. И тут козлина этот как выскочит, как собьет коляску. А дальше? Дальше-то что? А что дальше? Отлетели. Я в одну сторону, коляска в другую. А этот козлина даже не затормозил. Господи, как хорошо, что я одна с коляской шла. А Витя сзади шел и Альку на руках нес. Как подумаешь, что Альку в коляске везти могла? Ну, вы успокойтесь. Главное, что все обошлось. И накручивайте себя сейчас. Малая, она же все чувствует. У самого дочка. Правда, большая. Машину вы не запомнили? Темная такая. Муж сказал, Лексус вроде. Черный. Ну что ж, спасибо вам за разговор. Выздоравливайте. И если что, вспомните, сразу звоните. А подонка этого мы обязательно найдем. Да не убивал я ее, гражданин начальник. Если хотите знать, я с этой девицей никогда не встречался даже. Улики у вас косвенные. В момент убийства в квартире господина Радушного не было. Никто автомобиль возле дома его из свидетелей не видел. Анонимный звонок в полицию совершил некто, кто задушил девушку в квартире моего клиента и подставил его. Ну да. Только вот алиби вашего клиента как не было, так и нет. Угу. Да, принято. Там таран запись с камеры наблюдения. По той улице ДТП просматривает. Звонил, говорит, запись паршивая. Нечетко, перерывается и видно. Не очень. Но я зуб даю, что-то ДТП нашего мальчика. Что с камерой видеонаблюдения и свидетелями ДТП, Галях? Полный. Меня достал этот мопси, а? Как его Инга так долго выдерживала? Слушай, майор, давай блефанем, а? Убери этого адвоката хитренького, ну, минут на 10. А этого лося раскалю. Роман Петрович, майор Мищенко, можно вас на минуточку? Не беспокойтесь, все будет в порядке. По поводу вашего клиента. Ко мне на 10 минуточек. Да, давай. Я не буду говорить без адвоката. А нам уже и не нужно. Все уже изложено вот здесь, в этой папочке. И, кстати, насчет алиби своего загадочного тоже можете не переживать. Мы все уже выяснили сами. Что выяснили? В воскресенье сразу после 12 ночи вы, гражданин Радушный, находясь за рулем своего Лексуса, номерной знак АИ-331-66, и находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, на перекрестке улиц Липинского и Кудряшова сбили молодую женщину, переходившую дорогу со своей годовалой дочерью в коляске. С места происшествия скрылись. Свидетель? Да. Там был свидетель. Свидетель утверждает, что вы даже не притормозили после столкновения. От
полученных травм мать и дочь скончались в больнице. Дайте воды. Итак, что мы имеем? У нас есть свидетель, есть запись с дорожной камеры, видеорегистратор и навигатор, от которых вы избавились сразу же после аварии, мы тоже найдем. И теперь мне понятно, почему вы предпочли сидеть в КПЗ по обвинению в убийстве, которого не совершали. Лучше ведь сесть за убийство шлюхи, да? Чем за убийство матери с ребенком по пьяни. Знаете, по такому обвинению могут ведь и линчевать. Дайте написать чистосердечно. А зачем оно мне надо? Вы нам больше суток голову морочили. Пожалуйста. Дайте, я признаюсь сам. Пишите. Обожаю твои салаты. Нет, правда, так вкусно, давно не ела. На здоровье. А ты заезжай почаще. Глядишь, привыкнешь. О работе не спрашиваю, все равно ничего не расскажешь. Тебе это не нужно, про всякие убийства слушать. У меня есть секрет. Только ты пообещай, что папе не расскажешь. А то он начнет мучить меня своими советами. Вот, я собираюсь написать диссертацию. Ну, то есть я собираю материалы для нее. Ну, просто правда, не говорите тете Оле, она расскажет потом дяде, а он меня с работы прямо в библиотеку отправит. Договорились? Договорились. Слушай, а можно я в отцовских книжках покопаюсь, пока его нет? Хочу кое-что глянуть по библиографии, а потом себе закажу. Только ты мне маякни, если он вдруг нагрянет, хорошо? Договорились. Спасибо. Вот ты где, родной. Так. Дата рождения уже не работает. Попробуем дату возвращения. Стабильность – признак мастерства. Обожаю тебя, папка. Купить такую муть только из-за того, что твоя дочь угораздила учиться в ФБР. Мамуля, я все нашла. Спасибо большое. Укрыл тебя. Ничего страшного. Папе большой привет передавай. Я побегу. Пока, милая. Пока-пока. Неизвестный номер. Так. Как же он? Выплата секунду. Алло. Расстроила меня, принцесса. Зачем ты доверила нашу с тобой историю этим тупым ментам? Никакого воображения, одно служебное рвение. Ты о чем? Теперь этот урод радушный сядет за банальное ДТП. Да. Инга говорит с ним. Прямо сейчас. Ай, нет, не получается. Я же говорил, что без гарантий. Сейчас дай мне 5 сек, сам ее найду. Эти идиоты даже позволили написать ему признание. Они молодцы, и рада, что на них положилась. Ты можешь полагаться только на меня. Не забывай об этом, принцесса. Да кто ты вообще такой? Что ты вообще обо мне знаешь? Ты думаешь, что ты влез в мои файлы и теперь можешь читать мои мысли? Черта с два, ты понял? Я все о тебе знаю, Инь. Я создал тебя. Кем бы ты была без меня? Актрисой? Чемпионкой по плаванию? Ты стала той, кто ты есть, только благодаря мне. Ты же помнишь, почему решила стать психологом? Но ты не переживай за фиаско с радушным. Ты еще научишься поступать правильно. Я научу тебя.
несется, как угорелая. Она хоть хорошо водит? Как в кино. Едет куда-то в сторону кинотеатра «Заря». Точнее, пока не скажу. Я за ней попробую ей дозвониться, будешь по ходу меня вести. А за рулем в день не звони, убьетесь оба к чертовой бабушке. Инга, Инга, куда же ты так мчишь, а? Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, Софья Анатольевна Гращенко еще преподает здесь? Да. Она тут директор. Здорово. Я Инга Штефан, хотела бы с ней повидаться. Проведете меня? Спасибо. Ну? Ну что, гермайор, выдыхай. Она таки припарковалась и даже без аварии. По крайней мере, инфы про ДТП в этом районе нет. Адрес запоминай. Говорили, что ты из штата вернулась. Работа у тебя какая-то незаурядная для девушки. Я психолог-консультант, работаю в полиции. Решила пойти по стопам своего отца. Надо же, как жизнь занятно играет. А я вот всегда была уверена, что ты актрисой станешь. Да ладно. У тебя был талант, и не спорь с наставником, девочка. Ты помнишь, как мы с тобой Белоснежку ставили? Тебе тогда лет 15 было? Твоя принцесса просто чудо, как хорошо вышло. Да, принцесса Белоснежка, да, было дело. Ну, а свои замашки звезды? Ты уже не помнишь? Ну, как же, у нас репетиция генеральная, а ты нос от яблока воротишь. Тебе укусить всего один раз, а ты не буду, кислющие зубы сводит. Но я тогда одного из мелких, из гномов, в магазин отправила. Наказала, чтобы самое вкусное тебе принес. А он расстарался, огромные, красные, сладкие выбрал. Ты с удовольствием лопала. Да помнится ты и потом. Именно такие вечно грызла. Этого Дима Мелешко. Через год трагедия в семье случилась. Старший брат, ну, с тобой в параллельном классе учился. С лестничного пролета. С 7-го этажа выпрыгнул. Погиб. Тебя тогда родители каким-то родственникам отправили, потому ты не помнишь. У меня тем летом лучший друг утонул в бассейне. Сказали, несчастный случай. Да-да, я помню. Игорь Маслов. Чудесный был парень. Спортсмен отличный. Ровно через месяц Мелешка-старший погиб. Так Димочка, гномик этот, сюда уже осенью не вернулся. Почему? Точно и сама не знаю. Семья у него была богатая, бизнесовая. Так поговаривали, что родители Диму вроде в Америку везли нервы подлечить. А брат ведь прямо у него на глазах выпрыгнул. А мальчику 13 лет. Возраст впечатлительный. Ну, теперь мы знаем, кого искать. И найдем. Так что не переживай. Сейчас поедем в контору. Пацанов надо успокоить. А что, думаешь, я один за тебя переживаю? Серега, он радушно, он чистосердечный раскатал. Не за убийство, конечно, но по справедливости. Да я знаю, мне она рассказала. Он, кстати, злится, что вы сорвали его план. Вообще не нужно было вас ввязывать во всю эту историю. Ты знаешь что, давай прекращай так разговаривать. Ты теперь не одна, и одна не будешь. Мы теперь все вместе. Ясно? Вот и все. Mm.
Ребят, ну что, спасибо вам огромное. Вы такую работу проделали. Мне так неловко, что я совсем вам не помогала. В общем, спасибо вам. Ну ты голову пеплом не посыпай. Если бы не ты и твои штучки психологические, до сих пор бы рыли не в ту сторону. Да нет, ну на самом деле, Инга, это ты еще не в стыковке свела. Говорит, нифига не сделала. А кто личность этого психа установил? А маньячелу мы этого поймаем в скором времени, обязательно. Поверь. В общем, хорошая команда у нас получилась. Плодотворной работы желать не буду. Всем желаю ее поменьше. Инга. Инга. А. Я еще там подумаю, там, как этого маньяка словить. Все, конечно, молодцы, но гений тут один, не сомневайтесь. Спасибо. А это домашняя бабушка прислала. А, спасибо большое. Да, там много яблок. Вот, 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 подожди. Тебе. Это в честь чего? Это в честь твоей безопасности. Там маячок, ну, на всякий случай. Поняла, спасибо. Надеюсь, не пригодится. Ну, если не пригодится, можно оставить как подвеску. Ну, или после дела вернуть обратно. Да можешь себе оставить. А почему именно замок? Ну, что было, то и выдали. А я думала, что ты выбирал это как символ того, что моя безопасность в надежных руках. Ну или так. Спасибо. Ну и как ты узнаешь? Конечно, узнаю. А ты расскажешь? Зачем тебе семья Мелешко, въехавшая в США еще в 98-99 годах? Я тебе расскажу. Обещаю. Честная скаут. То есть ты никогда не была скаутом? Ну ладно, уел. Хорошо, я тебе расскажу, зачем мне нужна эта информация, но когда мы созвонимся с тобой в следующий раз. Договорились? Я прекрасно тебя знаю, Штефи. Я вижу, что ты вляпалась в какое-то серьезное дерьмо по самые уши. Это началось, когда ты вернулся на родину. И усугубляется. Не хочу на тебя давить, но я не скажу тебе ни слова из того, что узнаю. Пока ты не расскажешь мне всю историю. Мы поняли друг друга? Знаешь, кто ты? Ты зануда. Поняли друг друга, хорошо. Мне пора бежать. Люблю тебя. Целую, обнимаю и с нетерпением жду твоего возвращения. Пока. Вот уже манипулятор.